В юности кажется, жизнь бесконечной будет всегда. Можно мгновения тратить беспечно дни и года. Но незаметно пол жизни проходит, надо спешить. И невозможно прошедшие годы снова прожить. Дни летят за рассветом закат. За годами года дни летят. Не забудь, что ни дня не вернуть, не вернуть никогда. Не пусть нам достались не схожие судьбы, надо суметь выбрать дорогу и тех, кого любим, сердцем согреть. Нужно спешить, нужно жизни навстречу сердце открыть. Жизнь так прекрасна и так быстротечна, надо спешить. Дни летят за рассветом закат. За годами года дни летят. Не забудь, что ни дня не вернуть, не вернуть никогда. Не друзья. Людмил, добрый вечер. Оля, добрый вечер. Привет из Екатеринбурга, Леонид пишет. Всем привет, друзья. Спасибо, что зашли на эфир. Надеюсь, сегодня вам немножко попою что-нибудь интересненькое. Вот, начала с песни «Дни летят». Эту песню просили как-то в эфире. Вот, ее просили. Вот, наконец, я ее так послушала и смогла вам спеть. Так, сейчас еще что-нибудь тоже спою. Так, сейчас, друзья. Как со связью, напишите. Оля, добрый вечер. Пусть
ошибешься. Почитаю, что вы будете просить исполнить. Ой, что-то у нас похолодало в Самаре. Тут сегодня дождь был и как-то прохладно стало. Думали, будет тепло в выходные. Ну вот, видимо, не очень. Ага, Галин, поняла, да, что вы там пели. Ну, надеюсь, это получше было, которое я вам записала. Караоке, да, минусовку. Оля пишет, у нас очень холодно в Москве. Вот так вот, друзья. Так что похолодало и у нас тоже. А говорят, на Урале тепло, кстати. Сегодня я где-то сообщение читала. Кто-то писал, у нас жара, писали на Урале. Вот Лена пишет, у нас ветер. Сейчас даже не знаю, сколько градусов. Не представляю, друзья. Ну, может быть, плюс 8, может, плюс 10. В общем, сегодня пришлось куртку одевать снова на улицу. Вроде мы уже разделись, но снова одеваться. Песню я любви о судьбе.
чуть заманила, кого-то в поле увела, кого-то в поле увела. Читаю, как всегда. А, Галин, спасибо. Так, Лена просит, есть любовь или нет, я не знаю, такую песню. Так, Смуглянку еще, Смуглянку тоже народ просит. Сережки, Оль, а, да, не знаю, такие вот, да, мне нравятся такие, что-нибудь, чтобы как бы было, ну, такое, висело, да, когда вот висит, так как-то больше мне нравится. Так, ну давайте Смуглянку, наверное, наиграю чисто так инструментально. Потому что скоро у нас будут праздники. Вы споете. Раз.
Вот еще вы там просили, есть любовь или нет, я не знаю, вот эту вот песенку. Сейчас попробую. Я и вам уже как-то пела эту песню. Кстати, друзья, всех с наступающими праздниками. Сейчас, наверное, народ немножко дома будет сидеть, немножко на праздниках отдохнем, как говорится. С наступающим, народ пишет, вот Олег пишет. Да, друзья, вас тоже с наступающими праздниками. Здоровья, успехов, счастья и всего самого-самого. Так, есть любовь или нет? Сейчас посмотрю, какую тональность. Что-то пишет, почему все зависло. Возвращались домой на рассвете.
песенка, друзья. Ой, спасибо, Галин, спасибо. Так, давайте что-нибудь еще вам, наверное, спою. Что-то давно не выходила. Уже охота попеть Вот даже не знаю, честно говоря, авторов, но уже эту песню знаю где-то года два, наверное. Вот иногда пою, когда весна. Так, что там народ пишет? А, у церкви стояла карета, народ просил. По-моему, Анна просила. Вот еще Алексей пишет. Так, ну давайте, у церкви стояла карета. Сейчас споем. Оль, сколько у вас там градусов в Москве? Вы говорите, холодно. Что, прям сильно холодно?
Хотя я пока вроде в Москву не собираюсь. Мне просто интересно. Пишет, обо всем забываю, когда пою, я так понимаю, когда песенки поете. Хорошо. Так. Что бы вам такое еще спеть интересное? Может быть, что-нибудь из Кадышевой. Что-то я давно не пела. Надежда Кадышева, хотя она тоже эту песню-то пела. Пьер, добрый вечер. По несколько раз Оля смотрит эфир. Ну вот, друзья. Ну, я тоже много чего смотрю в Ютубе и везде. Ну, тоже люблю какие-нибудь эфиры пересматривать.
Последнее время что-то часто смотрю вот Семина Валерия, что-то раньше как бы не смотрела, а там смотрю, у него оказывается столько эфиров в Ютубе, и таких домашних, я имею в виду, что он сидит дома, там играет всякие разные песни, но вот иногда его смотрю, ну, много кого, в общем, кто попадется, тоже пересматриваю. Кадышевой такая песенка называется «Красивая». Так, сейчас почитаю немножко ваши сообщения. Да, наверное, уже буду скоро заканчивать, а то время у нас уже 10 час. Так. А Оля спрашивает, а как тебе Александр Бардин? Сейчас ей немножко зависает. Тоже, в принципе, иногда захожу, вот смотрю Садко, но сейчас что-то реже стало. Вот раньше как-то чаще я заходила на них и слушала вот эту группу Садко. Вот, и также они сейчас много же гастролируют по городам. И
эфиры прямые включают в Ютубе. Я тоже раньше чаще заходила, сейчас что-то реже захожу. Ну, в принципе, молодцы, да. И вот этот Саша как раз Бардин, он такие песни тоже пишет. Вот. Он пишет песни, вот нашел там как поэта, поэта, ой, не помню, с Беларуси, что ли, Нина Федорович, по-моему, фамилия такая, вот как бы удачно очень она пишет стихи, а он вот пишет как раз музыку на эти стихи. И такие песни интересные получаются, я тоже слушала много песен, которые он написал. Ну, думаю, прям молодец, да, надо брать пример, пора искать тоже поэтов и попробовать что-то начать писать, может быть, не знаю. Как бы у меня в этом не было опыта именно вот в написании песен. Ну так, конечно, что-то, может быть, и пробовал когда-то, но все это было так как-то несерьезно. Так, да, вот так. А Оля пишет, открыла вроде бы как для себя. Ну да, хорошие ребята такие. Они, по-моему, все там с разных городов. Вот учились они вместе вроде бы. Вот, и так вот как раз и познакомились и стали петь втроем. Так, Михаил, добрый вечер. Ну, в общем, вот так вот немножко, да, о Садко рассказала. И концерты проводят по городам. Но я, кстати, не была еще пока на них. Кстати, они, по-моему, приезжали. Я вчера ехала в Самаре и увидела афишу. У нас они, оказывается, были, по-моему, 16 мая, что ли, в Самаре. Группа Садко. Вот. Александр пишет. Будем Любашу слушать. Не нужно нам Садко. Давайте, кстати, может, правда что-нибудь напоследок. В сумке посмотри. Напоследок споем что-нибудь из их репертуара, например. Ну, какую, я не знаю. Давайте «Цветет сирень», что ли. Это вот такая у них самая известная. «Цветет сирень». Как раз уже у нас «Цветет сирень». Вот, сейчас споем, друзья. Зоя присоединилась. Так. Карине привет передам. Ладно, Лиль, спасибо. На днях в Питере были, Оля пишет. Ну да, у нас, кстати, Валерий Семин приезжает 7 июня. Я тоже смотрю, сейчас уже там иногда включают, ну, афишу его, в общем, тоже по каналу, по местному. Ну, прям быстренько там, секунды две, наверное, появляется объявление, что вот Валерий Семин 7 июня в Самаре. Ну, вот не знаю, пойду, не пойду, как там время будет, как буду временем располагать. А вот Садко, оказывается, уже были. Зацвела опять под окнами сирень, мне запомнился надолго этот день. Застучало сердце, не заснуть всю ночь. О любви своей гоню я думы прочь. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова кругом, ох, голова, когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Застучал весенний дождь в мое окно, и с тобой одной я встречи жду давно. Нет покоя мне от радостной любви, в сад сиреневый сегодня приходи. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова кругом, ох, голова, когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Тропки все уже намокли от дождя, так хочу опять увидеть я тебя. Вечер наступает, и я в сад бегу, о любви своей.
твоей при встрече я все скажу. Цветет сирень, душа поет, но сердце стонет, сердце ждет. И снова кругом, ох, голова, когда встречаю я тебя. Когда встречаю я тебя. Друзья, такая песенка из группы Садко, из репертуара. Ну что, я, наверное, буду заканчивать уже. Что-то у нас уже тут как бы прохладненько, так дома не очень тепло. Вот. Пойду-ка я, наверное, чаю попью. Вот, погорячее. Заходите везде, в Ютубе тоже заходите. Я сейчас там тоже иногда что-нибудь выкладываю. Стала выкладывать. Вот, почаще. О, Валентин пишет. Привет, музыкальный. Вот, зовут вас как? Вот, друзья, подписывайтесь. Любовь Гришанова. Везде я есть. Там в Ютубе, ВКонтакте. И здесь тоже в Одноклассниках. Так что... И, кстати, в Телеграме я создала тоже канал недавно. Там написала «Любовь Гришанова, аккордеон». Но там у меня еще совсем мало подписчиков. Поэтому, если вы там есть в Телеграме, можете посмотреть, может, найдете «Любовь Гришанова, аккордеон». Туда тоже можете добавляться. Ну все, друзья, пока-пока. Буду выключаться. Можно будет пересмотреть эфир, кто там, может быть, опоздал на эфир. Сейчас же можно все пересмотреть, друзья. Так что эфир сохранится. Я их не удаляю. Давайте, пока-пока. Да, Оль, с наступающими праздниками, да, друзья. Пока-пока. Надеюсь...